Добро пожаловать вновь в наш маленький симпатичный гулаг. План остается по-прежнему без изменений. Там, где я собирался надавать кому-то по голове. Бомжи опять, да, бухтят. От спящего бить, конечно, это ни в какой ворота не влазит. Ладно, может, он успокоится. Самое главное для меня сейчас, к подходу зимы, основали побыстрее обогреваемые фермы. На кукурузе далеко не уедем. И продолжать выращивать волокно. И самое главное, ждать торговцев. Блин. Возможно, скупать сталь в большом количестве и, да, заниматься машиностроением, как практиковали раньше. Штурмовые ружья. Вот это интересный момент. Если не ошибаюсь, это не импульсное, а типа М16. Зажигательный ланчер. Вот это, кстати, неплохая штука. Захлестнуть коридор в огне. Давай обязательно построим. Это не понадобится пока. Что для нее требуется? Стали компоненты. 140 на 4. Хорошо. Пусть будет. Я думаю, это шикарная вещь, просто этот коридор в шквале огня держать, и хрен кто пройдет. Я считаю, это эффективная вещь получится. Со сталью, конечно, у нас совсем все грустно. Хотя я недавно купил груз. Кстати, знаешь что, наверное, здесь надо будет дверь поставить, потому что вот этот бегание вокруг... А, это что-то за дыра. Не очень оптимальный вариант. Ну, давай, в общем, будем посмотреть. Так, Соник уже оделся. Неплохо. А, вот мой петух. Тренировать его не получится, так что он будет у нас просто без хвоста. Ладно, давай ждать прогресса. Долго себя заставить не вынудило. Это рейд? Ты шутишь? Ни хрена себе рейд. Говоря, такого я не ожидал. Ну хорошо, давайте тогда собирайтесь. Самое главное теперь нам надо будет захватить MP3, MP-шки. Кто у нас? Вот троица, давай ты. Ты как раз у нас с гранатами. О, я слышал, там петух кудахтал что-то. Нет, нет, вы не... Пацаны, вы не сейчас собрались идти. Сейчас не самое подходящее время для этого, честно. Зря, зря, пацанчики. Все, а вы будете шить. Скорее всего, вот с этого угла пойду, значит, до остановиться в этом уклоне. Окей, мы вас готовы встретить. Угу, началось. Ну, по крайней мере, они примут на себя первый удар. И самое главное, мне достанется немножко молотова. Вот молотовы мне нужны, да, прекрасно. Это была не ошибка. Ай-яй-яй-яй. Хоть какой-то толк. Кстати, я серебро свое заберу обратно, которое я там купил. Если бы этот придурок, конечно, только не сжег мне все. А, же еда горит, нет. Блин. И попа добивают. Идиот. Ой. А у них гранатометы? Блин, слушай, это серьезно. Мне не хватало еще одного пожара здесь. Так, давайте-ка... Таня, в принципе, здесь, я не думаю, что ты поможешь что-то.
бедолага. Совсем все грустно. Хотя единственное, да, мы остановим их электромагнитным импульсом, и проблем, надеюсь, с этим не будет. Надеюсь, ключевое слово. Так, медицина осталась, серебро есть и новый труп. Замечательно. Нищие бомжи такие. Окей, встречаем первого клиента. А то, что они вдвоем вместе идут, вот это реально напрягает. А огонь пли, чего ждете? А он снайпер. Блин. Хорошо, отойди. Не дураки. Нет, ну кабанчик. Ладно, давай так, отойдем сначала. Блин. Не достает, ты шутишь. Хорошо, по крайней мере, их оружие не даст такое эффективное. Ай-яй-яй-яй-яй. Федю пока с мечом рано посылать, потому что этот его расстреляет. Нет, медведь горит. Отлично. Попробую докинуть это. Давай, иди. Черт. Подожди, троица снесло. Да елки-палки. А черт! Бегите! Да ёпарасете, ну! Так, Федя, я не знаю. Слоник, блин, надо как-то эту проблему решать, потому что этот... Подожди, отойди в сторону отойди, от пушек отойди, твою мать! А я не тому дал за... Ну, теперь остается надежда. Ну, я имею в виду на пушке. Блин, слушай, как это два танка просто въехали. Ну, как я это остановлю? Собака держится. Я смотрю, он еле живой. Старая собака, кстати, тоже. Придурок. Федя. Федя умер. Кажется, все. Даже если мы сейчас пушки добьют этого урода. Куда он пошел? Меняет позицию. Неужели больше никто не выжил? Все потеряли сознание. Теперь у нас осталась патовая ситуация. Вставать с колен никто не хочет, потому что все раненые. В шоке. Блин, вообще разорвало курчу. Да, слушай, вот эти разрывные просто... Противопехотные снаряды. Твари знали, что делали. Наступает ночь. Я не думаю, что зэки пойдут спасать кого-то. По большому счету, они заперты здесь и сидят.
Хотя побед могут застроить. Да, здесь практически некому чем заниматься. Спасибо большое. Вот как раз сейчас полную партию кирпичей мне вот в самый раз. Ну и что дальше делать? Да, ты знаешь, в таких ситуациях, конечно, есть смысл, наверное, одного колонии содержать. Что это был за взрыв? А, это, видимо, турель. Все. Не успел начать, как пришлось заканчивать. Но эти немножко придерживаются на хоппера. Все? А что они перестал стрелять? Ну, ребята, если вы не встанете, то я, к сожалению, ничего не смогу помочь. Абсолютно ничем. В шоке, истекает кровью. А ураган вылечился. Пошел спать в холодильнике, замечательно. Единственный шанс, что троица, ну я не знаю, у нее не затянется это кровоизлияние, или как она выйдет из шока. Вряд ли. Зэки будут продолжать сидеть там, ждать непонятно чего. Все, Клара умерла от потери крови. Голод. А, у тебя нервный срыв скоро? Ну, я думаю. Караван приехал. Я не сомневаюсь, сейчас они просто проедут мимо лежащих, истекающих пешек и будут просто, окей, мы вам привезли. А что вы лежите? А, еще же этот остался, патрулирует, козел. Вот этот смерть просто лежит в коридоре вот так вот. Потихоньку умирает. Ну, встань, доползи ты, ну. Замечательная инфекция началась. А этим насрать. Корова муфлу тащит. Сейчас драка начнется. А, не, видишь, они боятся. Миша отправился в атаку. Ну, посмотрим на это. А, не, он просто бродит. Но эти среагировали. Смотрим. Собака крепко оказался, а? Все? Добили? Ну ладно, караван. Так, слоник умер. А, они просто даже не хотят заходить. Всем похрен, всем насрать. Осталась последняя троица. Она была первая, и она осталась последняя. Ну, что я тебе могу еще сказать? Будем ждать смерти. Столько боли. Жизнь — это боль. Ну, вроде все. Вот это он уже не выберется. Блин, всего лишь требовалось... На коленях, на чем-то подобраться. Спать хочет. О, кажется... Да. А, не, караван набросился. Сумасшедшее. Я думал, бешеный зайчик загрызет троицу, но не судьба. Все уходит.
Просто не стали ничего по этому поводу делать. Евреи, блин, их только деньги интересуют, а не спасение. Ой, слушай, а тут вообще все уже кровяк и залито. Да, бомжи это просто с ума сходят. Зэки, точнее. Надавали Гебрилу по щам. Castaway. Мимо прок. Да ладно, чё, ну, мне, в принципе, уже... Давай, умирай. Пора заканчивать это. Все равно никто не спасет. Вот и все. Кирилловск пал смертью храбрых от двух весьма серьезных танков, которые не смогли удержать. Вот и все. Наш прекрасный ГУЛАГ, который просто был, держался сквозь боль и страдания, столько смертей, наконец-то умер. Надо было его назвать «Медленная агония». Будем, да, будем дальше видеть, прорваться. Но это будет уже другая история. Не воспользовался своими ресурсами даже, которые здесь были. Хотя это на самом деле не помогло бы. Insanity. А может помогло? Дашь мне знать. Ладно. Будем собирать выживальцев для следующей истории. Когда-нибудь попозже. Пока.